Да, здесь есть на что посмотреть. Азарт и неподдельно искреннее отношение к любимому делу. А футбол нелюбимым не бывает. К первенству городского округа Мытищи по футболу привлечены сотни ребят в разных возрастных категориях от 12 до 15 лет. И, наверное, столько же хотели бы тоже сыграть. Здесь принимают всех, а вот доказать свое право выйти на площадку еще надо суметь. Конкуренция, она везде конкуренция. Сегодня не очень получается ее игра у команды «Град». Она проигрывает команде «Порту» в первом же тайме 1-5. А ведь «Град» – прошлогодний победитель всего первенства. Неудачный у него сегодня день. Ну, они дома играют, это первое, во-вторых, погода неблагоприятная. Ну, в первом туре-то вы у них выигрывали. Да. А сейчас его? Не знаю. Многое зависит от настроения и от фактора своего поля. Хотя в гостях вы или дома, понятия условные. Команда «Град» базируется на улице Летной, команда «Порту» на улице Терешковой. Соседи ближе некуда. А все-таки дома играть легче. Поэтому хозяева бегут в атаку, как на крыльях. Костян, сзади играй, Кость! А то сейчас все вперед убежали. Как тут не убежать, когда игра идет? Вообще-то, вот так бегать можно целый день, пока не стемнеет. Но даже в дворовых командах есть свой строгий режим. На неделе 4 тренировки. Понедельник, вторник, среда, четверг. С 4 на основной, с 4 до 6. Еще есть площадки, которые не основные, и там по часу бывает. То есть у вас четко по графику? Да, да, да. Тренировка здесь кончилась. Пошли, кто вот есть еще площадка, они на другой продолжают даже играть. То есть дворовый футбол, это здорово? Здорово. Это ж сколько времени занимает дворовый футбол ежедневно у каждого из них? Большую часть времени после школы даже я в основном играю только в футбол. Так увлекательно? Да, с 3 класса сюда пришел, занимаюсь уже вот как. То есть и дальше собираешься играть? Да. У меня хватает времени, чтобы делать и домашние задания, и убираться по дому. Дева, встречай! И уделять время. Четверки, пятерки? Да. Отлично. Само собой. А игра продолжается. Сегодня не повезло, завтра отыграешься. Главное – все делать с умом и азартом, которого здесь никому не занимать. Сергей Берзин, Денис Корнев. Информационная программа «День».